можно оплатить? Продажа алкоголя. А вы подскажите, почему в ночное время вы в розлив отпускаете виноводочную продукцию, сигареты? У меня это самое. После 10 мы не отпускаем. Конечно, у меня видео есть. У меня есть видео, как у вас ребята покупают. Мы не, ну как? До 10. Вы что говорите? Пол 11, 12. А где сама лицензия? Алкоголь. Пожалуйста. Да, ОРТ вот. Вот. ОРТ — это саратовская организация. Вот, занимается поставкой, ну, реализацией, да. То есть они под ее лицензию работают. Якобы он, вот этого ОРТ, является арендатором у Сторожева. Угу. Вот. Хотя, ну, это эффективно, понятно, что владелец все равно Сторожев. До какого числа? Это были рядом учебные. 22-й год, да. Вот, то есть они свежая она, якобы. Ну, вот на данный момент я знаю, что она отозвана. Ну, вот, дата окончания? Дата окончания. Да. А, 13 июля? Да. А, все. Вот, зафиксируйте. Да. А у вас лицензия-то просрочена? У вас до 13 июля. А как вы можете продавать сейчас, вот, если скажете, вот она у вас, дата окончания ее, 13 июля, 23-й год. Сейчас у нас 2 августа. Вот мне подскажите, как у вас реализация идет? Сейчас не продаем алкоголь. Прямо сейчас не продают. Внимание. Вот, члены общественной палаты здесь. Вот всем все видно, что алкоголь вот в открытом доступе. Цена есть. Все знаем, мы ранее фиксировали о том, что алкогольная продукция здесь и ночью, и днем. А, вообще, да, не продаем. Давайте посмотрим, как не продаем. А вот стаканчики это чьи? Это прошлогодние, наверное, да? Прошлогодние? С Нового года остались. Водка тоже вот здесь еще не высохла. Вот и запивочка стоит на подоконнике. Туалет только для мужчин, да? Туалет только для мужчин, а женщин не предусмотрено. Женщин даже где-то там. Раньше все надо Добрый день. Общественный палат Московского района, председатель Антимин Алексей Анатольевич. Да, другой, у меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, лицензию на алкоголь. У нас ее нет в наличии в моем офисе. А почему у вас ее нет? Не знаю, так все время было. А что, ну, ваш начальник говорит по этому поводу? Мы ему задавали вопрос, почему у вас документации есть, нету на месте торговли? Дружище, да я у него купил сигарет. Лицензия сейчас по вам на рассмотрение, сказали, да, что в первую очередь. Ну, я говорю, что ее и нет. Сейчас я вас узнаю. А кто владелец? Сейчас, секундочку. Слева. И на той стороне. С вашего позволения мы ее перевернем. Такая же это ОРТ. Да, ОРТ, да. А вы знаете, что она у вас просрочена? За ВДВ, да. Вот смотрите, я вам сейчас покажу, что наглядно. Вот у вас сроки окончания лицензии. 13 июля 2022 года. Даже здесь вот снимите, 22-й год. Не, 23-й, как у тех был. 22-й. Даже 22-й. А сейчас у нас 2-й, 23-й. А как вы реализуете алкоголь? Скажите, пожалуйста. Без лицензии. Ну как, вы продаете, если у вас лицензия? Вообще не приедет, спрошу вопрос, а там? Да я дам, чего вопрос-то. У вас же и розлив есть, правильно? У нас нет розлив. Как нет? Вот только что товарищи. Да, мы видели. Остаграмились перед нами. Они взяли пузыречек и взяли бутылку минералки. Розлива у нас нет. Понятно. А там уже сами разлили, как им надо. Здравствуйте. Ну, полочки вот видно, да, что сразу здесь наливают. Хотя это не общепит никакой. Это сам головной мужиков на уровне рта. Это у вас на уровне рта. У них на груди. У них нормально все. Да нет, я не вижу. А у вас нет лицензии?
Нам не надо никуда звонить. Вы просто покажите документ. Старый покажите, если вам. А владелец кто? И нет даже. Сторожев, да? Потребителя. Майстренко. Майстренко? Ну, у вас вот это тоже ОРТ, да? Ну, я понимаю, что вы просто. Ну, у вас где-то уголок потребитель должен быть, в нем, соответственно, было, все. Было, у нас же пожар был сейчас. Я вижу, перекрашен. И сейчас только заново, да? Заново. Ну и что, у вас наливают здесь, да, я так понимаю? Полочка-то не просто так же стоит. Вопрос у вас к вам. Разливаете здесь спиртные напитки? Нет. А это что такое? Чай, кофе пьют. А, для чая, для кофе у вас, да? Ну вот, вот это не чай, не кофе белый. Вот сачок томатный тоже. Я не под чай кофе. Вот маленькая такими рюмка. Маленькими не да. Чай кофе. Ну что вот врете, у вас же прям рюмки там пластиковые. Сегодня общественная палата провела рейд по торговым точкам. Это АТК-1, это Саратовское шоссе возле Безымянного проезда и остановочный павильон в Первом микрорайоне. Везде были выявлены нарушения. Первое – это отсутствие лицензии или нахождение лицензии, но просроченной. На лицо видно, что тут разливают спиртные напитки, хотя нам подтвердили, что такого нету. Везде антисанитария. Ну, я работаю уже, нахожусь вот в общественной палате не первый год, и ничего не меняется у нас. Все нарушения правил торговли спиртными напитками. И в ночное время, и в дневное время, и подтверждено то, что у них всегда отговорки, нет лицензии на руках. Хотя это первое нарушение.